Здравствуйте. Вот в современной, как говорится, образовательной информационной среде очень важную роль играют библиотеки. А, собственно, они играют уже много веков, библиотеки очень важную роль. А сейчас у нас среда стала электронной, дистанционной, дистанционное образование, всякие инновации в образовании. И вот тут лично я, насколько себе представляю, есть определенные сложности с оцифровкой книг и журналов. В последнее время, например, вот журнал «Природа» перестал быть доступен в интернете, свежих выпусков не почитаешь, а «Природа» выходит тиражом 300 экземпляров, надо ради этого ехать в специальную библиотеку. Представляете, вот 300 экземпляров по всему миру, на самом деле, не только по России. И вот попробуй до них докопайся. Поэтому очень важна тема электронных библиотек. И вот у нас в гостях Наталья Александровна Иванова, она, вообще говоря, юрист, и она сотрудница организации, которая является спонсором электронной библиотеки по юридическим вопросам, да? Да. И вот, что за библиотека у вас, прежде всего? Эта библиотека называется «Наука права», и она расположена на одноименном сайте naukaprava.ru через кей. И на этой библиотеке в открытом доступе находятся сканы, то есть оцифрованные страницы различных юридических изданий времен Российской империи, СССР и некоторых современных. Притом подчеркиваю, что это именно сканы, а не просто перепечатанные материалы в формате Word или каком-то ином формате. То есть это что-то типа, так сказать, PDF-а, да? Да, да, это PDF-формат, как вот Google Books или Hain Online, примерно вот так вот. Ну вот, насколько я представляю, вот с документами времен Российской империи, тем более с официальными, да, наверное, там есть собрания юридических всяких вот протоколов судов напечатаны. Помните, там были такие замечательные ораторы тогда вот. Кони, Плевака. Кони, Плевако, да. И вот наверняка есть сборники их речей, да? Да, разумеется. Это все старое, это все кончился срок, так сказать, охраны авторских прав, да? Да, все правильно. Так. Вообще срок охраны авторских прав – это в течение жизни автора плюс 70 лет после его смерти. Соответственно, на публикацию таких изданий согласие авторов или их наследников не требуется. Однако в случае, если срок охраны не истек, библиотека получает это согласие у наследников, например, у правопреемников, или заключает отдельное соглашение с библиотеками на публикацию. То есть с точки зрения закона все абсолютно легально. И ну, понятно. Вы юристы, это все правильно, вы так это все сделали. А вот когда вы получаете разрешение от правообладателя, да, я правильно называю правообладателя? Да, да, правообладатель. Он вас, наверное, требует какое-то вознаграждение? Или вы их умеете их уговорить просто вот, ну, чтобы для ПРЭ, для пиара, да? Не всегда требуют вознаграждения, хотя, конечно, такие случаи бывают, но в этих ситуациях удается обычно договориться. Как правило, наследники вознаграждения не требуют, поскольку юристы, которые пишут научные труды, они очень ратуют за распространение знаний, за образование, всеобщую грамотность в юридическом смысле, самом широком смысле. Юридическую грамотность. Да. И поэтому согласны на бесплатную публикацию. Ну, а вот, по-моему, вот я не знаю, может, я просто от жизни отстал, но вот эта вот строгость такая в оцифровке материалов, вот в библиотеке ГБЛ, она государственная, нет, ГБРФ, Государственная библиотека Российской Федерации, а раньше называлась ГБЛ, Государственная библиотека имени Ленина, да? И вот там есть такой зал, где стоят компьютеры, где сканер стоит, вы можете сканировать. И там все очень строго. Вот какие-нибудь старые книги там, что-нибудь дореволюционное, пожалуйста, да? А вот во всех остальных случаях всегда как так вот выясняется, а что было с авторскими правами, да? Да, вот. То есть вот довоенные книги вроде еще можно, да? Так считается, так вот. А послевоенные нет. Вот как-то не совсем понятно. Вот смотрите как. В старое время, когда была обычная бумажная библиотека, да? Понятное дело, что вот эти книги, они где-то в магазине продаются сейчас, да? Там где-то вот с этих вот продаж авторы получают отчисления. Все, все нормально. А тут уже куплено, и это лежит в библиотеке. И люди вот в библиотеке это читают. Я пришел и почитал. Это такое, в общем-то говоря, очень такое благотворительное дело, богоугодное заведение библиотека, потому что это общедоступное часто, да? Но обычно за пользование библиотекой у нас как-то не принято платить, да? Единственное исключение – это вот действительно ГБРФ, там платишь за то, что они тебе делают, да, вот делают эту карточку, да, вот там фотографию. Такой, да. Да, и все, больше ничего. И во всем мире, в общем-то, насколько я понимаю, так. В некоторых библиотеках нужно разрешение взять, чтобы работать, потому что там слишком много желающих. Раньше вот для библиотеки Ленина писали какое-то специальное отношение раньше.
Ну, а в отдельные залы сейчас, насколько я знаю, тоже. Тоже, в библиотеке, да? Потому что там есть маленькие очень залы, да, для, с очень узким кругом, так сказать, допущенных. Все это так, но тут-то получается какой-то... Вот мы сейчас переходим в электронную эру. Что неужели нельзя как-то вот сделать так, чтобы электронная библиотека не превращалась в возможность незаконного копирования, незаконного тиражирования? Ведь этого именно боятся авторы, да? Ну, конечно, да. Но... Потому что библиотеки-то их просчет книгу очень много людей. Да. Каждый не купит. Разумеется. Да. Но в данном случае мы публикуем в основном старые издания. То есть современные периодики, конечно, есть определенные сложности. Хотя есть один журнал, который стабильно выкладывается полностью. Это «Вестник международного коммерческого арбитража», поскольку он выпускается также отчасти под эгидой нашей коллегии адвокатов. То есть там авторы подписывают. То есть это, так сказать, согласие. Дружественные некие. Да, такое. Это дружественные организации. В случае же со старыми изданиями, понимаете, многие книги не переиздаются, поэтому сейчас прибыль от их продажи уже не идет никому просто потому, что ее нет. Соответственно, ничьи права вот такой вот бесплатной публикации обеспечением бесплатного доступа мы не нарушаем. Тем более, заручившись поддержкой наследников, правообладателей. Тем более, если это журнал какой-нибудь двухлетней давности, вы его нигде не купите. Ну, да. Только ну, если только с издательством договоритесь. Ну, чтобы они специально для вас отпечатали его, да? Ну да. Но в одном будет... экземпляре. Ну, да, ну это, но это сложно. Как-то, вот, это лучше договориться с библиотекой, а не в одном экземпляре ксерокопии делать. Конечно. Это можно, кстати. Но здесь это, собственно, полноценная библиотека просто в электронном виде. То есть она также бесплатная. Какое-то время назад она была платной, ну, за символическую. То есть вот примерно сопоставимую со стоимостью вот этого вот пропуска в библиотеку имени Ленина. Сейчас она полностью бесплатно, и в режиме реального времени вы можете ознакомиться со всеми изданиями, которые там есть. Единственное исключение — надо зарегистрироваться на сайте, но это быстрая уже стандартная процедура. Это дело такое житейское, да. Да, уже привычная всем процедура. Да. Поэтому не вызывает никаких проблем. И много пользователей у вас? Каких-то постоянных читателей в библиотеке немного, но периодически возникает шквал запросов по отдельным моментам. Как правило, это связано либо с определенным научным интересом какой-то проблематики. Ну, предположим, прошла конференция или готовится конференция по какой-то теме историческо-правовой. Соответственно, интерес повышается. Или если возникает дело... юридическое, я имею в виду, какое-нибудь судебное, например, в связи с которым необходимо поднять старые материалы. Такое тоже бывает. Даже если акт утратился... Прецеденты, как говорится, да? Ну, прецедентов у нас нет. А у нас нет права прецедентов. У нас нет права прецедентов, но порой важно узнать старое регулирование. То есть, если отношение имело место, ну, по поводу которого спор, когда-то давно, во времена СССР или, ну, перестройки там, 90-х, и акты даже уже утратили силу, все равно право будет применяться то, которое действовало в тот момент. Соответственно, надо поднять какие-то старые источники и посмотреть, что юристы правоведы думали по этому поводу тогда и как это тогда регулировалось. Насколько я понимаю, вот эти вот, как бы сказать-то, документы, ну, своды законов, так грубо говоря, они, наверное, не охраняются авторским правом? Нет, нет, это официальные документы. Потом еще документы. Есть, вот были такие официальные документы, бюллетени Верховного суда СССР, бюллетени Верховного суда РСФСР, да. И, наверное, всех союзных республик, да. Бюллетени, да? Да, это официальные издания, их можно публиковать, да. И оцифровывать. Кстати, очень интересное чтение было, да. Кстати говоря, там... Вот то, что доходило до верховных судов, там кратко излагается дело, фабула дела и результат. И, в принципе говоря, такое чтение очень интересное было бы, наверное, для писателей, которые пишут вот о человеческой комедии, да, как говорится. Ну да. Там много всяких интересных событий было, потрясающих совершенно. И плюс для людей, которые просто хотят составить свое мнение о каких-то событиях в прошлом. Потому что те, кто пишут, ну, журналисты в частности, они очень часто передергивают в угоду прибыли, в угоду внимания. То есть пишут заголовки громкие, которые не имеют вообще никакого отношения к тому, что произошло. Любят разводить панику про вновь принимаемые законы, хотя не всегда эта паника оправдана. И, как правило, закон даже не содержит тех положений, о которых журналисты, ну, так кричат на
каждом углу. Но про прошлое махинации же тоже такие вот в угоду какому-то пиару, самопиару производятся. И поэтому человек, даже не юрист, он может захотеть просто составить какое-то свое мнение и посмотреть старые архивы, работы тех времен, просто чтобы иметь свое мнение, а не навязанное. Войти, так сказать, в тему, да. Как говорится, да? Да. Ну да, это вот представить себе жизнь прошлого историки, настоящие писатели, настоящие сценаристы. Ну, таких, наверное, сейчас очень мало осталось. Сколько у вас единиц хранения, скажем так? Более 30 тысяч наименований, то есть это книг, журналов. Если про страницы, то более миллиона. Миллион страниц? PDF, да. Ага. А если это в мегабайтах или в чем там, в терабайтах? Затрудняюсь ответить. 10/6 страниц, да? Да. Ну, одна страница, наверное, на уровне мегабайта. Есть хорошее изображение. Ну, там очень хорошее изображение, тем более, что с недавнего времени это PDF распознанные. То есть тут появилась опция поиска по тексту, что также добавляет удобства. Это очень удобно. Вот в обычной библиотечной книжке такого, конечно, ну, нет. К сожалению, если есть сзади указатель, то да. А если так вот не найдешь. Ну, а здесь появилась возможность искать ответы на интересующие вас вопросы, даже если вы не знаете точно автора или точно наименование. То есть там разработали новую систему поиска, когда вы можете так же, как и в интернете, просто вбить ключевые слова, и вам сайт накидает ссылок, при том ссылок уже по тексту. То есть вам не просто дадут ссылку на книгу, а там будет, знаете, как в вордовских файлах выделена часть, где искомые слова располагаются. Вот вы знаете, я, наверное, вот наслушался всяких вот журналистов, которые вот не очень разбираются в законодательстве, а вы-то вот в нем разбираетесь. Вот меня просветите, пожалуйста. Вот журналисты, они, так сказать, пишут, что вот у нас вот слишком строго выполняется вот это вот законодательство об авторских правах. Слишком строго в каком смысле? Не всегда обдуманно правильно строго, да? Вот говорят, что в западных библиотеках, таких уважаемых, типа библиотека Британского музея, типа библиотека Конгресса США, там никакого такого вот проблемы с оцифровкой нет. Они взяли, оцифровали, и вот люди, значит, в цифровом виде могут со всем этим знакомиться, да? Ну, потому что книги обтрепываются, даже новые приходят в негодность. А и потом, значит, это заказать, ждать и, простите, ехать в Вашингтон еще читать. А это вот со всей Америки, по крайней мере, будет доступно. Правда это или нет? Или у них это как-то проблема такой не возникает, оцифровки в крупных библиотеках. А вот, например, ГБРФ, библиотека та, которую мы называем имени Ленина, вот она вот остановилась в своем этом вот поступательном движении и осталась на бумажных носителях. Ну, я затрудняюсь что-то сказать про регулирование в США, потому что не являюсь специалистом в этом вопросе, хотя тоже слышала, что там даже современные издания доступны, что в электронном виде, что в библиотеках каких-то, ну, обычных. А у нас, да, у нас есть такая проблема, потому что нужно заручиться согласием авторов. Или же журнал, в котором публикуется автор, должен сразу и спрашивать такое согласие. Но, как правило, этого не делают, наверное, в угоду коммерческой выгоде. То есть самому журналу выгоднее продавать, чем открывать вот бесплатный доступ, где бы то ни было. За деньги многие издательства сейчас дают электронный доступ, насколько я знаю, к своим журналам. То есть индивидуально каждому читателю, да? Да. То есть вы заходите на сайт издательства или конкретного есть, журнала, да, вы можете приобрести в электронном виде. Вот, например, журнал «Закон», это если про правовые говорить, там можно приобрести как весь журнал в электронном доступе, так и какую-то конкретную статью, если вам не интересен весь выпуск, а интересна конкретная работа. Я вот со своей стороны хочу на жизнь пожаловаться. Вот есть вот такая вот сфера, в которой мы работаем, научно-популярная, в общем-то, такая вот сфера. И вот есть научно-популярное издание. Когда-то, в старые времена, когда был я молодой инженер, они были очень популярны, тиражи у них были там миллионные. Казалось, очень маленьким тираж, 300 тысяч экземпляров, это знание силы было. Кому такой нужен журнал? Так, кто его читает, всего 300 тысяч? А сейчас вот в этой самой библиотеке ГБРФ, там, значит, бюро и журналы научно-популярные. Значит, природа, Земля и Вселенная, наука в России, раньше называлась наука в СССР, химии жизни нет, не помню. Химия жизни. Да, а у них тиражи-то, простите, вот сзади там написано, это в пределах 300 экземпляров.
То есть реально вот 300 человек. Вот я сомневаюсь, что вот, например, Академия наук, журнал «Природа» издается с той целью, чтобы получать какую-то коммерческую выгоду. Вот я не верю, что 300 экземпляров реализуются с коммерческой выгодой. Представляете, всего 300 экземпляров. То есть вот человек, который пишет статью в «Природе», вот, он рассчитывает на то, что его прочтут, ну, человек где-то 300. Ну, может быть, с учетом 350. Того, что по библиотекам. Да, а в библиотеке-то он лежит, он гладенький, его никто в руки не брал. О, его нет в открытом доступе. Вот надо найти его где-то там в каталоге, написать, и тебе его принесут. Он будет гладенький-гладенький, чистенький-чистенький. Никто его не зачитывает там до дыр. И вот люди, которые к нам приходят на передачу, вот так или иначе, а интернет-то он так, так сказать, считает, сколько смотрит, когда в интернет выкладывает. Уже после того, как он побывает в передаче в эфире, ну, там, значит, 300 человек, это, ну, какой-то такой, такой минимум, непонятно, там, тысячи смотрят. То есть в любом случае, вот оказывается, вот интернет-распространение в любом случае эффективнее. Если цель научно-популярна, популяризация, не извлечение прибыли, а продвижение каких-то вот идей, ну, то вот так вот ограничивать, по-моему, нет смысла абсолютно. Академия наук с этого прибыли не имеет. А раньше Академия наук там с неким таким лагом временным, полгода, потом больше, вот это вот свои журналы открывала, да, можно было PDF-вариант скачать. А теперь она не открывает, она теперь только оглавление, то есть оболочка и два оглавления на русском и на английском. Все. Значит, поезжай в Москву, в ГБРФ, да. Хорошо, вот я на метро сяду и доеду, мне надо еще, правда, время выбрать для этого, да. А кто-нибудь живет в другом городе, да. Как? А их 300 экземпляров на всю страну, как? Вот это, по-моему, просто как-то вот наше законодательство очень сильно тормозит. Оно ведь везде, вот эта вот охрана авторских прав, это что, то самое ВАП, Всесоюзное агентство, Всероссийское агентство по авторским правам этим занимается? Там, знаете, ну, это пресловутое агентство, которое обычно связано с именем Михалкова Никиты, ну, да. Это оно все? Перегибает палку. Ну, с художественными произведениями, научно-популярными, я не думаю, что они очень сильно этим занимаются, даже если это входит в их компетенцию. Мне кажется, они больше времени уделяют защите вот аудиовизуальных каких-то произведений. Да, да. Здесь, не знаю, мне кажется, больше вопрос даже не столько законодательства, сколько косности мышления авторов, которые просто не хотят дать согласие под лозунгом, что «а вдруг я потом это куда-то еще продам». А косность вдруг мышления авторов академического издания «Природа». Там публикуются доктора, член-корреспонденты, академики. Ну, здесь я говорю про юридическую. И они же понимают еще, что они на этом денег все равно не заработают. Они мало того, что, ладно, ну, хорошо, там, жалко отдать, но так он на этом не заработает денег. Я понимаю, но здесь может быть косность мышления самих еще издательств. Под косностью мышления, разумеется, я не подразумеваю научного. Нет, я имею в виду юридическую. Понимаете? Вот у них есть, предположим, какой-то типовой договор с авторами. Он уже есть много-много лет. Просто, ну, какие-то реквизиты меняются. И его никто не переделывает. Ну, много-много, это не так уж и много, потому что у нас наш этот самый кодекс, как это он, гражданский кодекс, кодекс, он ведь существует не так уж и долго, и все новые и новые части вводятся его, да? Ну, как там, первая часть, вторая? Их четыре, да. Четыре части. Последняя часть когда была введена? Ну, уже не в 2000-х, в 2000-х годах. И вот, я не знаю, в какой из четырех частей вот об авторских правах. Четвертый, да? То есть это совсем недавно. То есть они должны были перешерстить, переделать эти ссылки в соответствии со статьей такой-то кодекса. Это они уже в 2000-х годах это писали. Ну, не всегда же в договоре есть ссылки на статьи. Да. То есть иногда просто я разрешаю, я даю право, и все, без ссылок на какой-то конкретный кодекс, на какую-то конкретную статью. Ну, формулировки должны быть оттуда, из кодекса, да. Не обязательно. Договор же не является ничтожным или недействительным, если вы как-то изменили формулировку. Другое дело, если вы что-то незаконное указали, тогда уже вопрос. То, что сейчас законом не предусмотрено, допустим. Да. Нет, можно. Главное, чтобы не противоречило. Вы можете договориться о том, что не предусмотрено законом. Почему же? Это ваше право, как частных субъектов.
Лишь бы вы права других лиц не нарушали, ну, да, ну, а так да. Между собой вы можете договориться об этом. Но сами-то договоры и подход к их составлению, он формировался не сейчас, не с 2000-х годов, потому что авторы писали и до этого. Ну, да, и были издательства до этого. Журнал «Природа» существует, конечно, с 1912 года. Разумеется. Да. Поэтому подход не изменился, и просто не думали о том, что уже надо бы предоставить право публикации в электронных ресурсах, предоставить вот это вот бесплатное право. К тому же, насколько я знаю, сама в государственных институтах не работала, в государственных органах не работала, но, насколько я знаю, там процедура согласования очень долгая, вот, по изменению этих каких-то типовых условий. И во всех организациях, которые связаны так или иначе с государственными органами, эта процедура тоже долгая и длительная. Это я говорю как выпускница государственного вуза. То есть там попробуйте внести какое-то изменение, которое даже никак не ущемляет права этой организации. Там нужно столько согласований получить. Да. И поэтому вполне возможно, что издательства просто не хотят в это ввязываться ради того, чтобы публиковать в интернете, выкладывать. Потому что не может же издатель просто взять и самовольно, я имею в виду какой-то государственный издатель, самовольно изменить договор ради одного автора. То есть он должен это все согласовать. Сверху могут возникнуть вопросы, а зачем? Ну и так далее. Ну, в общем, по-моему, вот можно так вот констатировать, вот говоря, вот, так сказать, услышав все, что вы сказали, что вот в этой области... В области обращения с информацией, научно-технической, художественной, да, есть определенный кризис какой-то, который должен как-то разрешиться. Потому что все-таки человечество не может жить в 21 веке, в веке вот этих вот стремительных информационных технологий, не может жить законами, данными, я не знаю, наверное, в 19 веке еще, наверное, в основном костяк сформировался. Бернская конвенция была принята... В 1886 году это такой основополагающий инструмент международного права, который посвящен защите в том числе авторских прав. А с тех пор ведь появилось уже, тогда уже и 100 лет с лишним существует кинематограф, аудиопродукция, только книги и журналы и газеты были тогда. Надо оговориться, что там вносились дополнения и поправки уже в 20 веке. То есть, пора внести поправки, серьезные, на уровне международном. Библиотека – это то, что вот один раз купила библиотека книжку, все читают. Все пришли, читают, на дом берут или в зале читают. А теперь-то у нас вот на дом брать мы можем дистанционно, и тут уже ограничений нельзя. Вот это не совсем понятно. И поэтому это, в принципе, остается поле для пиратов вот этих. Конечно. Если бы это убрать бы, и у разбойников меньше оставалось бы, чем торговать. Если все так или иначе, можно будет получить легальным путем, каким-то образом, записавшись в библиотеку, в конце концов, заплатив какие-то деньги, через интернет. Если посмотреть на это с другой точки зрения, нельзя давать открытый доступ электронный ко всем статьям просто на основании того, что вы понимаете, у нас вот тут размер, количество копий небольшое, вот всего лишь 300. Хорошо, давайте будем сделать так. Вот трансляция прошла на меня, я ее скачал. Я, в общем, как бы ничего не плачу за конкретный скачивание, но я плачу вообще за интернет. Да. И вот за этот, так сказать, трафик, который исходит из библиотек, значит, библиотека должна получать, значит, она должна делить между этими авторами. Ну, понятно, что будут не баснословные деньги. Ну, это своеобразный так называемый налог на Google, который подумывают ввести. Это налог, который витает в воздухе периодически, не только в России, ввести налог на как раз-таки вот интернет-трафик. То есть, между прочим, тут ничего особенно нового нет, потому что в старое время я еще как-то вот застал в юность, совсем в юность, что был налог на радиоприемники телевизора, потом его у нас отменили. А вот, например, в Великобритании он, по-моему, чуть ли не до сих пор. Он действует, да. Он до сих пор действует. Есть. И вот за счет этого налога работает BBC. Она снимает свои сериалы, говорят, что BBC-ские сериалы, они более такие продуманные, хорошие, чем американские. Они чему-то познавательны. «Доктор Кто» — это ведь не американский сериал, а британский. По-моему, да. Да. Ну вот, времечко наше подходит к концу. Мы так вот поговорили немножко. Вот, больные места в моей душе вы затронули, тем не менее. Вот, дай бог вам удачи, чтобы такие библиотеки появлялись не только в юридической сфере, но и во всех других. И вообще, чтобы в целом во всемирном масштабе все работало. Конечно.
Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за беседу. И публике нашей спасибо большое за внимание. Вот помечтали немножко. И книжек покупать в магазин. Пока.